Обращайся ко мне, я тебя быстро похудею. Да я знаю, как худеть. Мне надо просто собраться и начать делать то, что нужно, а больше даже не делать того, что не нужно. То есть, в принципе-то у меня проблемы, ну, как бы, не возникло. Просто надо за себя взяться. Что-то у меня программа сбилась в этом плане, поэтому утром обязательно стакан теплой минеральной воды. Не, я без этого худел. Ну, стакан воды, да, но просто воды. Ты понимаешь, в чем дело, Инна? Если утром стакан теплой минеральной воды, а на ночь пару пенного с каким-нибудь горячим бутербродом или с чипсами, я боюсь, минеральная вода не поможет. Так, не хочу некров. Сейчас духоту вот эту устраивать. Оплот сопряжения. Кайф. Могу что угодно, когда угодно есть. Вот это я понимаю. А можно не надо, хочется жить, а не просто жить. Ну, я не знаю, тут кого как. На самом деле, мне-то кайфово в состоянии именно, как я был в январе. Но тут момент, что все равно там я себя держал, да, в каких-то рамках потом. И это не напрягало, то есть я получал удовольствие от того, что я там стройный и все такое. Ну, прям практически, можно сказать, был вообще без лишнего веса. Ну, вот, потом вот, ну, это, по крайней мере, мой такой характер. Если я себя отпускаю, то уже потом тяжеловато. Потом ты можешь меня возненавидеть. Не, я не хочу тебя ненавидеть, поэтому поэтому я своими силами. Привет, Тимур. Добрейшего тебе вечера. Приятного просмотра. Сегодня Джоу Стандарт. Да. А то что-то все не стандарт. Я уже забыл, как стандарт играть. Надо периодически. Продай. Дешево, я считаю, в этой паре. Четыре девятьсот. Так-то можно за плотку тонуть. Можно с отстройкой Т7 победителю 500. Слушай, ну мы не договаривались. Тут надо тогда переторговываться. Это меняет, если с отстройки с Т7. Поэтому давай как-нибудь на следующий раз, когда уже, ну, будет. До торгов, когда мы это успеем. Так. 100-200. Гриш, что сегодня писала, рекомендовала пересмотреть вчерашний стрим. Понравился, да? Давайте как Салмир. Вчера внезапно выкупим оплот. Ну, выкупил-то Паша. Поэтому вся внезапность в этом вопросе может исходить только от него. Но он не был внезапен. Поэтому Арконец, Тифон, добрый вечер, Корлес, здравствуй. Давайте внезапно, вот я вам, хотите эффект внезапности обеспечу, переведу деньги. Вот никто от меня этого не ждал, а я взял и перевел, как положено. Привет вам в танке. Вчерашний стрим огонь.
Да, вчерашний стрим был хорош и необычен. Так, ну что? Получается, отторговались. Все вроде у нас выставлено. Поехали. Полетел вампир. Летучая мышь. Вот это вот все. Так. Любопытно. Ну что же, побежали. Побежали искать на плоти интересные варианты и решения. Меч есть. Стартовый карабас есть. Кристаллики есть. И 6 нам зашло. В принципе, так, по первому впечатлению, сдача приятная. Есть некоторое количество коробок уже видимых. Есть меч, да. Ну, кстати, коробок не так уж и мало видимых. Ждем, что Паш скажет. Привет, Станислав Арт. Золотых будем выходить, посмотрим, как сложится. Пока предпосылок нет. К этому. Добрый вечер, Лиля. Приятного просмотра, хорошего тебе настроения. Духи океана, но тут еще и Навально, да, куча всего. К сожалению, рестарт. От Павла. Хорошая сдача была. Пойдемте со следующей знакомиться. Чтоб действительно не поморалиться себе в удовольствие. Благо мы тоже так умеем, как выяснилось. Так, ну поехали смотреть. Руда есть, да? Да, но эта сдача, к сожалению, вообще не порадовала ничем. По сравнению с прошлой, прям печально выглядит. Поэтому берем рестарт. Привет, Эмиран. Ну, играем сдачу на удачу. Будем проверять скиллуху. Вылавливание удачливых, удачных раздач. Так, ну, по крайней мере, здесь есть какие-то коробочки уже, да, плюс? Ну что, рефьюга поднимет нам настроение. Давайте проверим обязательно.
Обязательно это сделаем. Да что такое? Ну давай. Рефьюга поднимет нам настроение. Определенно. Так, какая-то коробочка. Ну что, пошла каточка? Не ЧД, но тоже хорошо. Султан Ифрит, это очень приятно, конечно. Забираем меч вот тут вот эльфов и едем, наверное, деревню забирать. Дальше-то бежать я смысла особо не вижу. Ой, какой молодец. Единичка пойдет. Подзорная труба. Ну, пойдет, наверное, дерево должен забирать, правильно. Даже думать не о чем. Так, кристаллы сейчас будут чуть попозже. Здесь пойдемте, наверное, в экономику потихонечку. Ну и надо таймер восстанавливать. Есть труда, что тоже хорошо. Самоцветы тоже неплохо. Коробки. Ну, в общем, вроде бы что-то есть. Центр может быть каслом, поэтому здесь, конечно, надо пытаться максимально отыгрывать темпово. Насчет выхода в центр. Ну, 10-19 заклинателей, конечно, мы позволить себе не можем. Так-то жалко, да? Драконы вот, но драконы далеко. Ну, есть какие-то коробки. Есть единорогов, кстати, довольно много. 4 мы видим. 5 мы видим. Может, в кои-то веки попробовать через рогов сыграть в этой связи. Ракеты бахаем, да, почему нет? Они есть, надо бахнуть. В 9, да, сегодня? Давай в 9 это сделаем, то есть через пару минут. Так, что там? Павел. Ну, в принципе, по статам, можно сказать, плюс один стат у нас. То есть тоже что-то нашел, тоже как-то там подкачивается. У нас второй уровень, на самом деле, мы, в общем-то, еще не качались именно прокачки. Пробивки пока мало опыта нам приносили, но ничего. Все впереди будем считать. Можем ли мы единорогов забирать такой армии? Вот в чем вопрос. Я бы сказал, что маловато у нас. Ну, на самом деле мы забежим вот сюда. А, ну мы коробку вот эту доберем, да? То есть там будут какие-нибудь кентавры, условно говоря, и уже мы можем. Не хотелось бы залить, конечно, ифритов на этом деле. Честно скажу. Так, выход здесь. Ага, то есть туда тоже бы сбегать, поразведывать. Не откажусь и в удовольствии сразу атаку забрать. Она нам определенно поможет. Ну и разгоняемся на султане. Так, пятый день.
Да нет, сюда нельзя нападать. Два объекта, артефакт, сундук. Да, 49 ящеров тоже не очень приятно. Но у нас есть ифриты, да, поделим их напополам. И пробьемся. Вот эту куклу бы сразу тоже вытащить. Пятый день. Ну, как раз, наверное, мы сейчас бежим сюда. Тут есть проход? Вроде бы есть, насколько я могу судить. Тридцать пять. Это они агрессивные. Прям злюки. Капитаны. 4-4 статы, в принципе. Не, ну с добором из деревни определенно мы можем бить. Так, ящеры, тем более в таком количестве, с нами вообще не хотят связываться. Их можно понять. 1500. Наверное, пока ничего не строим мы в этой связи. 10 дерева нам нужно оставить на грейт эльфов. Кстати говоря, корона есть. С коробкой, да? Еще что-то земляные охраняют. И, кстати, еще одни единороги. Мы видим все 6 внешних жилищ единорогов, которые могут быть. Серьезно? Раз, два, три, четыре, пять... 4, 5 или 5. Но все равно прям хорошо. Угу, вижу, спасибо, ребят. Спасибо за напоминание. Ракета пошла. Знаете, в чем будет самый скилл? Ну вот, в начале недели вытащить отсюда еще султанов. Ну или архидьявол. Ну лучше султанов, конечно. Чего бы нет. Биться хотят. А как 5 штук-то потеряли? А как вы умудрились потерять-то 5 штук здесь? Типа все в бой пошли. А если не ходить всеми в бой? Так, окей, пробиваемся. Здесь пробиваемся хорошо. Здесь что, ставим грейд? Наверное, вот так мы должны делать, правильно? На завтра ставить уже грейд. Ну и по идее собирать единорогов. Слушайте, гномник вот этот красить. Вот, ну вот этот гномник, единорогов, вот это. Ну, в общем, как-то тут надо будет шевелиться. Вообще забивать на верхнюю деревню? Я даже и не знаю. Ну да, я не понял замечание про лук, чтобы не брал. Это как-то странно. Вообще, за такие вещи люди, которые пишут в чатах, в бан должны улетать на канале. Так, окей. Значит, что мы забегаем? Ставим грейд на эльфов. И... скупаем их прежде всего. Ну и погнали, да? Да, получается так. Книгу. А, книга у нас есть. В какой-то веке про книгу вспомнил, а она у нас есть. Чат, ну вот как так? Обидно, по меньшей мере.
Так, ну ладно, погнали. Обидно, не обидно, что делать? Можно попробовать поменьше потерять, пожалуйста. У нас денег нет, да, сразу на скупку, ну ничего страшного. Ну, как бы хотелось, конечно, сразу их купить, но на нет и суда нет, как говорится. Минус 3. Минус 3 вроде и не страшно. От слова совсем. Вообще ничего пока не брали, да? Окей, окей, так. Сюда, что ли? 2049. Так, сначала сюда, правильно? Ладно, пойдет, очень долго получается. Теперь сюда. Лого, неплохо, неплохо сыграно. Теперь сюда, здесь пошла экономика, муниципалитет. И здесь у нас что? Кузница. Ну, как бы хочется, наверное, в армию тут выйти в этом городе, да? Гномники, с одной стороны, хорошо, что маленькие, мы их берем прям легко, без потерь. С другой стороны, вроде и не очень. Вот эту штуку, да, надо было пробивать сразу же. Ошибка получается. Живовур, кстати, спасибо тебе огромное за гигантское количество эликсиров, которые сегодня влил. Накастовал там много-много-много прям. Спасибо большое за поддержку и здравствуй. Да-да, Тимур, надо было шрайн, но сейчас он уже не в темп. Сейчас мы уже сюда не будем возвращаться. Мы будем наверняка забегать сюда за скупкой армии и брать тогда. Так. Здесь. Вот это правильное решение. Как говорится, не буди лихо. Хочется дальше бегать. Третий день. Не, ну вот это надо тоже, наверное, сразу забирать, да? Думаю, что да. Гномиков навтыкали так-то вообще приличное количество. Привет, Иван. Гришу тебе все уже подсказал, рассказал. Вот я могу показать оппонента. Статы-то у нас какие красивые. Мистер Фо. Привет, Молик. Добрый вечер. Приятного просмотра. Хорошего настроения. 5099 змеек. Это кто вообще? Пегаса или эльфы? Блин, ну без тактики это бить... Вообще пока бить это особо не на ком. Тахарчик, Волголич, Вазарик, всех приветствую. Всем здравствуйте. Мне вот ваше сообщение пропустил, но вот Гриш поздоровался, я сразу увидел, кто подошел. Привет, ребят. Доброго вечера всем. Сорок два. Неплохо.
Слушайте, наверное, надо сюда благословение это давать в любом случае. Здесь давать вот этих пассажиров. Бить только надо было тогда вот... вот. Ой. Конечно, не очень сейчас все сделал. Эльфы вообще нормально так нарезают. Хорошо. 50 гномов замедляют нас, откровенно говоря. Ну, зато под змеек, да? И сразу единорогов без потерь взяли с гномами. Совпадение? Не думаю, не думаю. Так, вот тут вопрос, бежать ли вот тут фармить или бежать наверх? Тут тоже коробки. Наверное, надо сначала наверх, потом здесь уже добирать. А тут что? А, тут корона же, да, корона. Что? Я же видел, что именно корона. Или это в другом раскладе была тоже корона у нас? Все смешалось в доме Облонских. Девять грифов. Тоже хорошо. Тоже прилично, приятно. Тут три коробки, которые мы добираем. В общем, надо, наверное, бежать наверх все-таки, я думаю. Добирать деревню. Как же ифриты? Ну, не по дорожке были. Да ладно, шанс минимальный. Просто стремящийся к нулю. За змейками могут быть эльфы. Ну, эльфы или пегасы, я думаю. Вряд ли деревяхи. И вряд ли гномы. Все-таки их там приличное вроде как количество. А, не бери лук, там это что ли? Глаз у нас стоит. Чей центр? Я что-то не понял. Чат, чей центр? Кто успел углядеть? Коробка за уграми. Тоже хорошо. Эй, вот это я залил ифритика. Сам виноват. Подставился просто под удар. Обидно. Ну ладно, так, бывает. Бывает иногда. Деревяхи. Где там утопия у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Коробка, коробка. Ничего себе мясо. Юстон, у нас проблемы. Так, ну это, наверное, коробку мы скипаем. Просто очень много контента.
Здесь замок, да, мы должны ставить, по идее. А утопию мы вообще не видели же, да? От слова совсем. Ладно, коробка, коробка. Видимо, надо через лесопилку ехать. Или нет? Или скипаем ее и просто едем вот так. Их много будет. Тут, а коробка слабая, да? Наверное, вот сюда вообще. Вот это скипнуть, шапку мы вот эту себе заберем. Да, два знания есть разница, но это стрелки. Как бы такая вся история. В общем, вот эту коробку. Поехали вот сюда, скипаем лесопилку. Наверное, без замка тогда уж. Привет, Сумрак. Что, это еще деревяхи? Тут нужно врываться, и можно, и нужно. Не надо было вам, конечно, обоим бежать за нами, но ладно. Ой-ой-ой, Нитим пропустил! Хорош. Хорош. А, едем все равно так короче, показывает. Ну тогда, наверное, вот так, причем еще и с разгоном. Здесь замок, ну и гномов. Гномов нужно, наверное, да, грейдить. Да, коробку забыл взять, это правда. Пробил и пробежал. Ну, я уже без разницы. На самом деле. 81, две коробки. Как? Легчайшие гномы в моей жизни. Сижу как пенек, жду начала стрима. Страница зависла, а я спокойно думаю, что все вовремя начнется. Наивный, шокопец. Хорошо, что обновить додумался. Ух. Ну, как говорится, не расстраивайся. Кем не бывает. Тут мне подсказывает, что это Бася. Да? Нет? Ладно, сейчас посмотрим. Так, сила магии. Здесь коробки, главное не забыть взять. Гномы сюда. 150 отборных папашек. Слушайте, на самом деле, может быть, даже и фритов надо уже отдавать, если сейчас опять какой-то стек будет, который к нам не полезет. Я не знаю. Они как бы стратежные, конечно, но... Что их сохранять, да, отдавая какие-то большие стейки. Я полагаю, это неправильно будет. Не на том герое я стартовал, да, похоже? Ну, вы понимаете, к чему я. Вот гады.
Так, первый день. Блин, таймер подзалил с этими боевками, с этим контролем. Да, Бася, я, похоже, угадал. Я знал, я больше скажу. Спасибо большое, Бася, за поддержку. Здорово, что обновил. Мы тебе очень рады. Хорошего тебе вечера, отличного настроения. Пегасы хорошо, что улучшенные. Корона сюда. Так, не можем, да, себе позволить. Тут 300 останется. Ну, видимо, вот так просто мы делаем, да? Здесь просто 204 гномика. Кайф, какой же кайф. Так, и денег на скупку, в общем-то, нет. Так, ману нам нужно ставить, магию, да? Этих мы можем улучшить? Можем. Фактически все, что мы можем. Эльфов, наверное, будем улучшать уже в другом городе. Эта коробка... Слушайте, наверное, скип 1-3-2, хочется быстро выйти. Что у нас за центр был? Вы наверняка мне писали. Нейтральный, что ли? О-о-о. Интересно. Нейтральный, это интересно. Привет, Старсикер. Смотрю в анонсы, там время указано на час раньше. Сильвера так он писал, что без обновления это не запускается автоматом стрим. У меня вот запускается. Топию не было видно. Гнома сдача. Да, слушай, тут папашки будут разваливать. Расписание антиквара ничего не плавает. Прям плавает. Просто в основном начинаю пораньше. Поэтому я и не пишу в расписании конкретное время. Я пишу вечер. А в анонсе уже даю, соответственно, точную информацию, когда понимаю. Чем старше антиквар, тем раньше стрим получается. Так, по факту. Все по факту. Слушайте, коробок еще, да, сколько лежит? Сдача, конечно. В этом плане пушка-бомба. Так, что, вот этих мужиков берем и... Воду, думаю, надо ему брать. Серебряные. Так. Эй, спокойнее. Так. Да, как-то так они должны у нас стоять. Денег больше нет ни на кого. Вот это уже мы скипаем, ну потому что просто, да? Потому что нельзя объять необъятное. Это просто забрали. Здесь просто достали ТП. Почти. Погнали дальше. Кайф. Всем добрый вечер, дамы и господа. Привет, блудец, спасибо за соточку. Приятного тебе просмотра, хорошего настроения, спасибо. Эту штуку, что ли, забрать? Здесь я даблю единорогов поставить, чтобы у нас было. А мне кристальчиков немножко не хватает, но это... С этим, как правило, можно бороться. Все, погнали, так что ли? 1-3-6. Ну как погнали, да? Вот вроде бы старался, вот сами видите, ничего не добирал особо. Никуда далеко в сторону не отъезжал. 1-3-6. Долго. Так, что лук? Лук нужен. Эта штука, наверное, тоже нужна. Может, что-нибудь интересное зайти.
Берсерк есть, а мы против элементалей, да, огонь нам не нужен. Так, плюс статы, хорошо, плюс статы всегда хорошо, приятно. Вот они, кристаллы, которых нам не хватает. На отстройку здесь, да, шестой день. А тут нам кузница нужна, да. Компонент, лампа, код, сопряжение. Сейчас, кстати, посмотрим, что у него там. Все нормально, статы больше, чем у нас. Все у него неплохо. Утопия, я со стрелками. Эльф трейдить чуть-то не хочется. Сделать ход конем вроде не очень далеко, да, она от утопии. Давайте, потому что там действительно уже статы какие-то такие солидные, так что, видимо, уже он тоже едет вперед. Ну, они где-то у нас равные, слушайте, да, он воин, я маг, армии показывает у нас больше, у меня султаны и фриты. Это, конечно, кайфово, султаны и фриты. 6-7 статы не самые большие. Земля у нас не докачалась же, да? Да, продвинутая, к сожалению. Щиток есть, но... Ладно. Будем сейчас разбираться. Ну, утопию я должен добирать. Она близко к дороге. Айрис связался. Это мальчик. Насколько я понимаю. Один из лучших дрессировщиков. Что, героями сопротивлением не взяли? У Эриса есть разведка, у Эриса есть мудрость, это шансы на получение ТП. Айрис более темповый, за него проще, как по мне, играть. За Уфритина, ой, за Уфритина, за Таргрим довольно тяжеловат. Ну и плюс, да, рандомная эта история с сопротивлением. Поэтому взял именно вот этого молодого человека. Какие же свитки нам еще зашли, да, прям кайфовые. Не в сказке сказать. Так, а мужиков у нас сколько? 30, да? Прям сколько из коробки достали. Денег не хватило на скупку, так-то была бы повеселее армия. Максималка. Я приехал, надо лезть. Забьют нам, да, коников. Угу.
В деревяху. Ух ты. Тварь такая. Так, ну ладно. Щитовая, да. Щитовая у топа. Двадцать сорок девять мужиков. Ну капец, блин, ну жесть. Ну что, будем терпеть. Терпеть, расстреливать. А может быть, щиточек лучше смотрелся. Хорошие были пегасы у нас. Не дать не взять. С армией нет ни черта, да? Ни армии, ни магии. Ну, 1-4-3, поздно я еду. О чем я и говорил. Добираем тапки, нам надо найти книги. 5 у нас сейчас по статам бустанет. Там еще вопрос, какой центр будет. В принципе. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ж ты делаешь-то? Семёл, да, у нас получается добор. Клик на 6 эльфов. Бывает, ладно. Куртку можно добрать. Это как бы все хорошо.
Да. Это как бы все отлично, но мы не видим магии. Наверное, надо набирать все. Все равно в центр мы не успели первые. Ману зарегенил без питьевого. Пусть боится. Безусловно, нужный каст. Привет, Дмитрий. Добрый вечер, Лена. Здравствуй. Дорога у нас к ГО, да, откровенно скажем, подвела нас. Супер длинная. Ну ладно. Надо, наверное, мясо добирать, да, прям по дороге ехать, добирать мясо. Искать что-нибудь. Какую-нибудь всю магию найти за какими-нибудь гидрами было бы отлично. Так себе коробка, прямо скажем.
стрелял не туда. Не знаю, понадобится ли нам это. Ну, мы без ТП вынуждены ехать вперед. Мы даже не можем подумать о том, чтобы, да, разворачиваться. Типа мы по армии сильнее. Я не знаю, что там у него за армия. Но нам магию надо найти, да. Ну вот магия, но этих мы не можем бить. Если там архи, то... Это минус эльфы. Похоже на магию, да? Или магия, или дракон. Нейтральный порт моральку, но это другая фракция, конечно. У нас сейчас мораль нейтральная. То есть получается две фракции, нейтрал и оплот. Они работают как отдельная фракция в тройке. Хоть и во всяком случае, как в соде там было и в других версиях, я, признаться, не помню. Нам бы какую-нибудь цепь, да, или метеоритчику хотя бы бы добыть. Вот есть портал, но такое, это отступить, просто отдать центр. То есть он сюда не так давно прибежал, надо посмотреть, как далеко до города там, в принципе. Чтобы понимать, что к чему. Центр здесь, да, я не успею до него добежать одним ходом, без прыжков-то точно. Поэтому Паша не стесняется где-то в песках встретить окончание хода в боевке. За медузами свиток, кстати, неплохо звучит. Я даже и не успею, да, с ТП даже не успею, с ДД даже не успею. Слишком далеко, да? Стоит еще 300 же у нас. Ой, я же... Ой, у меня же нету экспертного. Ёлы-палы, как... Ой, я забыл про это вообще. Я бы успевал так-то. Конечно, там ТП, вот это все. Блин, как обидно. Как обидно. Так, смотрим, что есть. Стратежный оазис на пути к городу.
Ледяная молния на 630. Как же она бахает. Книга Земли. Книга Земли. Он отдает центр. Благодарствую. Ржавые драконы, но я их должен бить. 5 пойдет. Разгоняться-то не на ком. Не было у него армии ни черта, да, он решил, что ему нужны доборы. Можно его понять в этом, конечно, предприятии. Денег у нас, кстати говоря, очень хорошо. Надо вот это вот все тащить. Наверное, пегасов. А, слушайте, пегасов-то тоже у меня 68. Но мне не хватит, да, на них, на всех. Так. А шарик у нас где-то был, по-моему, да? Две короны на респе осуждаем. А где я шарик видел, ребят? Это почему-то кажется, что у нас на респе или нет? Да, вот он. Я боюсь, с пегасами мне не хватит банально на скупку. Кстати, единорогов можно было бы и улучшить, да? Коробку не добрал. Так, я-то что делаю? Тут ребятки же просто убегают, правильно? Вот кулак. Вот он, щит, кстати, лежит. Кулак надо, наверное, собрать. Да, я вижу, что для кулака все в шаговой доступности. Кони, так, мне нужен щит, и мне нужен... Нужен живот, да? Хорошие там боевые статы. Так, из проблем у нас
Воздух все еще продвинутый. А, ну мы его здесь докачаем. Успеем мы за один ход? Хорошо бы было бы. Нужна еще боевка. Не успеваю, по-моему. Он до меня, по идее, не успевает, да? Че, рискнуть, не тратить на это второй ход? Ну, не должен он отсюда доехать. Оазис. Черт его знает с оазисом. Ладно, еще мы его просто зафиналим. Так-то мы умеем за стены прыгать. У нас с кулаком статы будут очень так себе, конечно. Элик почти собирается, почти не считается. Не хватило? Бывает. Сто 25 маны. Да по идее мы его должны финалить, да и все, не давать ему уходить. Первой скорости нет, это правда, это плохо, да? Ну что ж поделать. Кулаком. Кулаком без шарика. Жизнь без риска, как еда без соли. А, так у нас на снайперах первая скорость.
Да, тут надо врываться. Скорее молитву. Чтобы максимально походить на максимальном количестве отрядов. Слушайте, 39 единорогов собрал, да? Жаль, не улучшил, конечно. Так, что там по скорости? Восьмая, восьмая. Девятая. То есть все мои ходят вперед. Нейтральная мораль, отлично. Отлично. Так, а если все мои ходят вперед, может лучше Блесс? Реально же все мои ходят вперед? Десятая, девятая. Седьмая, восьмая, шестая, восьмая. Ну тогда лучше Блесс. Вот этого стреляем, да. В этого врезаемся и единорогами, и потом дендроидами. Или просто дендроидами его привязать, наверное. Зачем единорогами туда лезть? Снайпера не убил, да, это ошибка. Надо было ему снайпера. Но он, может быть, не мог его добрать штормами. Но это ошибка, конечно. Хорошая была игра, динамичная. Вроде и не самый ранний тайминг,
Но было интересно. Особенно мне понравилось, знаете, что больше всего, что сначала я чуть-чуть до города не добежал, потом он чуть до города не добежал. Привет против кого? А, уже не важно. Привет, Ярослав, против Лампа Кота играли.